Итак, совесть. Ты готов играть? Находится в режиме игры. Подождем, когда доиграет. И посмотрим, что нам сможет показать. Готов. Все, тогда кидаем ему вызов. Так, ну я так понимаю, что мне нужно играть этим товарищем, потому что больше никаких у меня колод нету. А, мне же говорили, что нужно карту, наносящую урону, выкинуть. Ну. Я должен защитить природу. Человек захотел свет поиграть. Дарует мне победу. Ой, ну я прям даже не знаю. Оставить одного йети, другого заменить. Эй, все, собственно. Я думаю, что за вчера. Так, у меня что, не работает микрофон разве? Не может такого быть. Нет, все работает. Все должно быть нормально. Или на стриме просто из-за задержки. Что же мне делать? Так. Ходить нам нечем, ни ему, ни мне. Поэтому будем ждать, когда кто-нибудь из нас откроется. Но, скорее всего, он начнет первым со своей смены облика. А там фиг его знает, что у него в руке есть. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Вперед карту. Ну, в принципе, это ожидаемо. Что, если нет ничего такого, то и мне тоже надеюсь, надо. Тебе нравится моя изобретательность. Украденные мысли. Так, больше ничего нет. Такой обмен картами взаимный произошел. Заряжен и готов к бою. Так, ага. Оружейника и сразу мне подзатыльничек дает. Так. У нас провокатор 3-5. А если у него там есть какой-то вот этот шар? Он же там 6 урон наносит. Интересно. И провокатор сразу минус. Хм. Давайте, наверное, карту возьмем. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Так. Кто-то ранен? Гнев. Что это за гнев? Берет, сразу убивает. Ага. Сейчас все. Просто мне, наверное, лицо даст, нет? Бьет карту. Так, гнев. Наносит существу 3 единицы урона или наносит 1 единицу урона существу, и вы берете карту. Хм, интересно. Так, нам пришла божественная кара. А у нас еще 4 маны есть. Ну, в принципе, у нас, да, 4 маны есть. Так, и тогда провокатор ставить или карту достать? Давайте, наверное, карту достанем, что ли. Передай мне тангенциальный вращатель. Дело сделано. Всем еще раз большой привет, кто нас смотрит. Обучаемся игре Хардстоуна.
только-только познаем свои азы. Ребята из чатика посоветовали собрать колоду за жреца. И вот мы ее, собственно говоря, и пробуем. Но так как карт особых у меня нету, то по сути колода моя не такая уж и сильная. Пока еще просто нету всех тех карт, которые должны быть обычные в стандартной колоде там. Просто не открыто всем. Так, ну да ладно. Наполучали мы, конечно, люлей. Здесь у него с собой 4 дамага. Можем поставить провокатора, и останется 2 маны. 2 маны как раз-таки на отхил. Ну и все, собственно. Стоп, 2 маны на отхил. Он же 4. Ха-ха-ха. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Интересно. Ну-ка, что мы у него забрали? А, слизняк и карту берем. А временно подумать? Ну, посмотрим, что у него там есть в рукаве. Наверняка что-нибудь опасное. Хотя он говорит, что будет составлять колоду специально из базовых карт. Чтобы были, так сказать, равные условия. И в размен на кабана еще что ли пойдет? Так. Еще 2 маны достает. Ух ты, ё-моё, комбинит-то как. Как комбинит, еще и эти достает. Ух ты какой. Прошаренный. И я еще два дамага получаю в лицо. Ой, карт много, надо их как-то реализовывать. Йетти нам мешает теперь. Очень сильно. У меня ни кары, ничего нету. Поставим Йетти, останется 2 маны. И толку от этого Йетти никакого не будет, потому что он этого Йетти сразу уберет, если ему это надо будет. Ставить провокатора, он убьется чем? Но он на одну карту по-любому потратит. Но у него все равно не будет ничего. Так, пусть так, наверное, будет. Вот. Звездный огонь. Вот я как раз таки вот поэтому и не хотел ставить провокатора. Вот про эту карту говорили у нас в чатике, ребята. Что она очень-таки хорошая. Так, а нам прислали священника Синдарая. У нас есть 7 маны, у нас нет провокаторов, у нас все плохо. Нам надо убивать вот этого. Надо подумать. Надо избавляться от этого. А у меня с рывком никого нету. Передай мне тангенциальный прощатель. Так, появляется провокатор. Это раненый. Хм, по-моему, я вообще чушь сделал какую-то. Когда любое существо восстанавливает здоровье, выберите карту. Именно существо. То есть на героя это не распространяется. Наверное, в принципе, это правильно, иначе бы, я думаю, это была бы имба. Причем жесткая. Размах. А вот это. Вот этой карты вот не было у меня. Стандартная колодина, по идее, должна быть. Я говорю, что нужно сначала открыть все карты, а потом уже думать. У него сейчас очень сильная ситуация. Если я сейчас не поставлю провокатора, то я... Можно уже писать ГГ. Врата открыты. Ну и по сути все. Больше ничего не сделаем.
опять звездопад еще этот. Блин, офигеть вообще. Какие интересные карты. Я даже таких у себя это у меня их и нету. Поэтому мне, наверное, и тяжеловато немножко играть. Так, взрыв разума, который мне сказали нужно убрать срочным образом. Итак, 4-2. Йети. 4-2. У меня есть герой Штормграда за 7 маны, которого пользы вообще никакой. 4. Понаставить вот этих всех. Ну и что? У меня 7. У меня 7 хп. Я ему ничего не сделаю. Он меня тут с руки спокойно натыкает, если я не убью вот этого. А убивать мне нечем. Наносит герой 5 урона. Все. Мне нечем. Ты сильнее меня. О, нам за уровень дали. Внутреннее зрение. Выкладите в руку копию случайной карты из руки противника. Так, хочет еще поиграть с нами он. Я не против. Давайте еще раз. Если есть у кого-то желание, ребят, можете написать. Я, в принципе, с удовольствием с вами поиграю. Но, опять же, учитывайте тот факт, что у меня карт вообще нету. То есть я, не знаю, оборванец, как не знаю какой. Я вот сегодня на трансляции смотрел у одного товарища. Ну, для тех, кто, может быть, и поигрывает в дотку там, и знает, кто такой Дред. Он играл сегодня в игру новую, что-то наподобие DayZ, но только по-другому. Как называется, раз, что ли, что-то такое. Так там вообще чисто ты, когда стартуешь... То есть там это симулятор выживания, ты когда стартуешь, у тебя просто ногой сплошно, у тебя вот ничего нет. Вот я сейчас здесь, вот в этой игре, абсолютно такой же. Ну, вообще ничего нет, я просто дырка. Но я думаю, что из этой дырки скоро что-то получится. Так, у нас первый ход. Можем разыграть монетку и достать себе еще одну карту. Угу. Провокатор появляется у нас. Слизняк. 3-2. Так, а нам приходит слово боль. У нас 2 маны. Мы можем эти... тоже поставить эту фигню. Это зажопить, так сказать. Потом. Все потом. Интересно. Или можем этот щит заюзать. И вы берете карту. Но я просто не хочу это слово так просто так тратить. Ну, если ты так считаешь. Я думаю, что так будет оптимальный вариант. Друзья, чатики я везде читаю. На Good Gaming, на SKD TV. Стараюсь, конечно, еще и Twitch зацепить, если там таковые люди будут. Так, нам пришел второй провокатор. Нам убили. Он разменялся со слизняком на нашу карту 1-1. И теперь нам нужно срочно кого-то убивать. Интересно. Нам нужно убивать. Этим слизняка я умру. Боль. Боль сейчас использовать не хочу. Так, когда-либо что устанавливать здоровье, выберите карту. Получает 2. Так, 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 так. Ой, блин. Тычка раз. Это ранен. Эту карту 2. Покеляем. Вот. И даже Йети пришел. Я думаю. Неплохо сыграно. Вот.
Благодарю тебя. Все-таки неплохо сыграно. Да. Я начинаю потихоньку разбираться, ребят. Так, ну что? Что же мне делать? Посмотрим. У него сейчас 4 маны. Что он за эти 4 маны может сделать? Ой, я даже не знаю, что он там может за 4 маны сделать. Смена облика, это само собой. Тычку. И в размен, что ли? Взял себе карту. Так, у нас 4 маны. Мы можем взять карту. Мы можем поставить провокатора. Мы можем убить и поставить слизняка. Можем убить, поставить слизняка. Надо подумать. Надо подумать. Этот 5. Этот 5. Давайте, наверное, убьем. И поставим. От этого слизняка все равно пользы нет, и держать его долго нам нельзя. Потому что рано или поздно он все равно станет никому не нужным. Так, юзает это на 5 облик. А, будет прощаться с ним. Угу. Так, ну тычку. Одну тычку я пропустил. Давайте, наверное, поставим провокатор. И дадим ему еще плюс 2 хп. Он тогда его как раз его ничем не убьет. И мы карту еще берем. Ему убивать нечем, по идее. Там есть этот шар, наносит 6 урона, и другое заклинание 5, по-моему. Если я ничего не путаю, конечно. Озадачили мы его немножко. Если у него 6 маны. Что же мне делать? Так. Вот, наносит 5 урона, вот это вот заклинание. Ну и что, размен пошел. Все-таки вот, а если бы я бы этого не сделал, он бы сразу его просто убил бы, я бы пропустил бы 3 урона себе в лицо. Но у нас-то еще есть еще один провокатор. Но я думаю, что его мы ставить не будем. Возьмем карту. Появляется у нас щит. Появляется у нас щит. Давайте просто сил заюзаем. Не будем разыгрывать эту карту. Оставим ее на следующего провокатора. Как раз у нас будет 7 маны. Один выстрел, один. Угу. Коготь. Много карт тратит на одного моего товарища. Бафает и тычку делает. Так, итого у него сейчас здесь суммарный урон 6. Суммарный урон 6. А у нас будет 7. Так. Ничего нам путного, к сожалению, не приходит. Все. Не, ну как бы карты хорошие, но ситуация нам сейчас не позволяет их использовать. Просто не позволяет. Что же мне делать? Будет опять сейчас, небось, этот шар использовать. А, размах. Хм, интересно. Дикий рёв. Ой. Извиняюсь. Что-то у меня батлнет типа обновиться решил. Так. Ух ты. Ух ты. Ух ты.
Неплохо сыграно. Так. Нам следует бояться кого? Вот этой карты. Спасибо тебе. Так. Мы можем взять карту, украсть у него еще. Блин, очень много урона я напропускал. Надо какую-то карту ставить. 5. Давайте, наверное, его поставим. И украдем у него. Вот, звездный огонь и коготь. Наносите 5 урона и берете карту. Хорошая вещь. Так, а что он там просто... А, копируйте. Ух ты, ё-моё. Ой-ой-ой. Стражевое дерево 8-8. Офигеть. Так. Кажется, у меня проблемы. Но у меня есть вот такая штучка. 5 урона. Это останется у него. 3 хп. 3 хп. Мне нечем ему насолить. 1-1. Он меня все равно убьет. Убьем вот этого. Сделаем вот так. Наносит 2 урона. Коготь наносит 2-2. Блин, от него надо избавляться, ребята. Придется потратиться. Во имя света! Так, очень больно, конечно, получил. А у меня скорее... Ах ты, ё-моё. У него 5 как раз. Неудачно получилось. Ошибиться было нетрудно. Да, неудачно получилось это действительно. Он как раз таки использует облик и добивает меня. Так. Норм, сейчас приду на стрим. Хорошо. Так, получили мы уровень. За уровень нам ничего не дали. Отменяет вызов. Ну что ж. Поехали дальше. А, нет, давайте, наверное, колоду-то пересоберем. Откройте. Там нам сказали убрать вот эту карту. Так, у нас есть появилось внутреннее зрение и вот такая вот штучка. То есть можно что-то одно убрать. Божественную карту, может быть. Боль по-любому надо достать. Инженеров оставим. Кислотных 2 на всякий случай. Так. Кого-то одного надо убрать. Такого как бы вроде ненужного, а вроде и полезный. Может быть, вот этого забрать. И взять по одной карте вот этих. Так. Давайте, наверное, так сделаем. Стоп, куда там нужно? Вот, сюда. Вы кладете в руку копию случайной карты из руки противника и удваивает здоровье выбранного существа. Я думаю, это уже что-то. Вот давайте с этой колодой и... А может быть, есть еще что-нибудь? Много карт на руке, но ты так как-то странно их тратишь. Вместо того, чтобы использовать полезно несколько лоу-кост карт, пытаешься сыграть одну самую лучшую. Ну, может, потому что боюсь, что ты их просто убьешь и не будешь обращать на них внимания и просто пойдешь мне бить лицо. Вот я так думаю. Гризлистый мех. Ну, я думаю, давайте с этой колоды посмотрим, что у нас пойдет. Поехали искать оппонентов.
флаг, а это значит, нам нашли соперника. Андуин и... Андуин и Джайна. Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. Так. Ну, этого мы по-любому здоровяка убираем. Это этим можно, в принципе, оставить. Давайте, наверное, оставим. О, пришел нам щит. У нас еще монетку дают нам. Приветствую тебя. Мурлок. И все. Внутреннее зрение. Вы кладете в руку копию случайной карты из руки противника. То есть я могу какую-то одну из этих трех карт забрать. Давайте заберем. А если там нет ничего полезного, может на потом надо оставить? Подумать. Давайте на потом оставим. Я готов выступать! Провокатор. Так. Два дамага получаем. 1-1. Так. Надо подумать. Надо подумать. Надо как бы меньше думать, больше действовать. Просто хил юзать. Несмысленно. Давайте возьмем карту вот так. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Вот боль пришла. Хорошо. А может тогда еще и украдем? Почему ты девочку не сыграл? Так. Он бы мурлоком по ней ударил, сам бы умер. А ты бы еще полечился и карту взял. А-а-а. Вот оно как. Все. Может тогда. Надо решать быстрее. Может тогда ее и поставим? Это рано. Дело сделано. Пусть будет. А ведь же она работает только когда. Когда на кого-то. А, когда любое существо восстанавливает здоровье. Я же когда смотрел, что на героя он типа не работает. Чисто на существо. Я сейчас, получается, просто карты потратил даже. Так, три маны. Тратить, конечно, на такую же провокацию вообще не хочется. Дело сделано. Так, что появился? Кобальт-геомант. Пиробласт, фаербол. Почему я путаю вечно? Потому что пиробласт в World of Warcraft все время долго кастовался. И наносил тучу-тучу демеджа. Особенно если качаешь фаермага. Так. Ну что, надо карту брать. Надо подумать. Передай мне тангенциальный вращатель. Дело сделано. Ой, здравствуйте. Мои советы заходят в тебя как раз к следующему раунду, когда это уже не актуально. Я постараюсь к следующему трансляции разобраться с свечом. Может быть, я как-то пофиксю вот этот дилей, который присутствует каким-то образом. Так, вспышку огня использовать. Что нам там пришло? Сейчас, одну секундочку. Я постараюсь, в принципе, сейчас посмотреть. Нам пришел слизень. Нам пришел слизень. Так, надо походить. 4. Передай мне тангенциальный вращатель. Божественная кара появилась. О, у меня аж браузер подвис. Они даже не узнают, что их убило. Я готов выступать! Так.
Ага. Ой-ой-ой. Так, извиняюсь. А, я тут... А, тут нельзя настроить стрим-дилей. Да и подлагивает все. Нафиг, закрою. Так, надо нашего провокатора оставить. Убиваться. Временно подумать. Убивать, точнее. Убиваться нам не надо, нет. А временно подумать. Так, здесь не очень хорошая карта. Угу. Даже без разрушения оружия это 2-3 за 2 маны, это жир. Давайте тогда и его что ли поставим. Тут 2-2, 3-2. А временно подумать. И в лицо ему. Дело сделано. Понятно. Опять даст Динго. Здравствуйте. О, вот он этот бот. Редкая карта, я так погляжу. Синий кристаллик. Так. А той девки у меня нет как раз. Так, у нас 7 маны. Не, ну это, конечно, вот это круто, если мы так сделаем. Но нам надо убивать вот этого провокатора. Если мы сейчас поставим вот надо этого, подумать. Это будет круто. И как раз еще можем похиляться и немножко пожить. Наверное, это будет правильно. Северные волки готовы к бою. Бах, 8-8. Здравствуйте. Или нет? Или уже тогда не использовать? Кары убить вот этого и этого поддамажить. Давайте, наверное, так что ли сделаем. Так, бах. Бах. Так. А этого я не убью. Надо решать быстрее. Да, блин, уйди. Какие-то подвесоны пошли, а выбирайся. Зачем щелять того, кто точно умрет? Вот я. А вот так вот. Так, кто это будет? Ага. Нифига не полезный. Ну, почему не полезный? Исходя из того, какие заклинания, если у него там есть сейчас какая-нибудь новая. Так, я сейчас тебе тоже потрепещу перед мощью Штормграда. Ну, давай, в размен иди. А, тебе нечем ходить-то, ё-моё, приятель. Твой противник вышел. Мой противник вышел? Воу, как так? Я только собирался убить тревога-бота. То есть надо было его убивать и размениваться. Ты имеешь в виду на провокатора? Ну ладно, повезло. Трепещи перед мощью Штормграда! Да, жалко, что оппонент вышел. У меня тут так все круто было на столе. Награда. Кольцо света. Наносит 2 единицы урона всем противникам, восстанавливает 2 единицы здоровья всем вашим персонажам. А, ну, все понятно. Это тоже как в Вовке. Ну, это все само собой, естественно, игра же не просто так называется. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Давайте-то, не знаю, ну-ка, коллекцию посмотрим. Можем ли мы что-нибудь убрать? У него же 0 атаки, ты не размениваешься, а просто убиваешь. А, ну да, точно, что я? Глуплю. Что я могу еще сказать? Глуплю, признаю. Так, щит. Щит можно оставить, внутреннее зрение пусть будет. Божественный дух я брал. Кольцо must have, да, я понимаю. Поэтому надо вместо чего-то. Может быть этого мишку убрать? У меня же кто провокатор? 2 вот этих. А у меня провокатор по сути нет. 1, 2, 3, 4. Все. 4 только. Значит, надо что-то убрать.
клирика, оставить ее одну. Вот это вообще не обсуждается, оставляем все равно. Карты тоже нужны. Может быть, одного слизняка убрать? И возьмем кольцо. Блин, так плохо, что можно такой-то 30 карт, я бы все собрал. Если навести на слово жрец, увидишь кривую маны. Должна быть в идее плавной с пиком в 3-4. Ну, я понял тебя. Но у меня, как сказать, плавная. Ну, что-то типа есть плавные. Очень много карт за одну маны. Аж целых 8. Я не знаю, нормально это или нет. Или нужно прям убрать тогда какие-нибудь карты, которые у нас с единичкой маны и с пиком в 3-4. Пересобирать тогда придется, что ли. Ой, ребята, так. Ну да, у тебя пока что карт нормальных нет, так что пофиг. Ну, окей. Раз нормальных карт нету, а я и так знаю, что нормальных карт нет, так что можем развлекаться. Поехали дальше. 8 единичек это много. Значит, надо будет от них там как-нибудь избавиться, но это только при условии, когда мы получим уже более-менее достойные карты. Андуин и Рексар. Хорошо. Охота. Свет дарует мне победу. Наверное, только если эту девочку убрать. Хотя можно и оставить. Я не буду ничего менять. В принципе, меня все устраивает. Вот он, лесной волк. Поприветствовал меня волком. Карты 3. Не буду. Выслеживание. Посмотрите три верхние карты. Что-что? Эй! А почему здесь не отображается? А, вот. Посмотрите три верхние карты вашей колоды. Возьмите одну карту, остальные сбросьте. Так. Ну и получил я тычку. Пришла ко мне божественная кара. Этого товарища с бафом надо оставить. Можем заюзать монетку, поставить провокатора. А на следующем ходу украсть какую-нибудь карту. У нас будет когда как раз таки 4 маны. Давайте, наверное, провокатора поставим. Мне не хватает маны. Фу ты, ё-моё. Не хватает маны. Сейчас будет хватать тебе маны. Пусть что хочет думает. Карт у него тоже много, но он их не показывает мне. Так, вот это уже больно. Вот, самоубился. Самоубился, хорошо. Но разменивать провокатора на этого я вообще не хочу. Так. Давайте зрение. Забрали дварфа-диверсанта. Пусть сам на меня нападает. Мы его хильнем еще.
чтобы не терять нашего товарища. Хотя мы его и так потеряем. Зачем я похилял? Ой, дурак. Ой, дурак. Я все никак не могу привыкнуть, что слева это количество атаки, а справа количество хп. Вот я что-то напутал. Сам ставит провокатора. Идет размен. Действительно, зачем хилять того, кто умрет? Вот это вот и опять. Ошибка на ровном месте. Так, у нас 4 маны. С атакой 3 или меньше. Гуляй, Вася. У тебя есть большая пушка? Да ты опасен, опасен. Так. Очень здорово здесь озвучено, мне так нравится. Берем карту. Баф до конца хода, так что просто похиляемся и фиг с ним. Следующий ход у нас есть, в принципе, провокатор. Достаточно плотный. Но если что, мы можем взять карту. Ой, мисс кликнул. Неудачно получилось. Взял и мисс кликнул своего. Так, хорошо. Нам надо вот этого убивать. Этого убивать. Наносит 2 единицы урона всем противникам. Ну, я не знаю, есть смысл это кольцо света сейчас прям юзать или нет. Мы убьем только вот этого, а это пойдет в размен с этим. Хотя 5 маны, 1 маны, дадим баф, убьем, выживем. Интересно. А, нет, не выживем, 1 хп выживет. Здесь же дает 2 атаки. Ой, блинский, что ж делать-то? Как бы нам так? Если 2 атаки. Давайте, наверное. Иди сюда и сражайся! Иди сюда и сражайся, трус, действительно. Ну, если ты так считаешь. Вот так. Надо решать быстрее. И вот так. Я думаю, это будет правильно. Мы от его карты избавились, разменялись, в принципе, в плюс. Я так думаю. Поставил хрустогрыза. Просто обменяйся один в один и выигрываешь. Так, ой-ой-ой, какая карта пришла. Какая карта пришла. Пам-парам-пам-пам. Поставить провокатора. Это будет... Блин, не хватит. Вот это очень хорошо надо было. Давайте, наверное, карту возьмем. А дальше что сделаем? Ничего не сделаем. Удваивает здоровье выбранного существа. Давайте возьмем карту. Боль пришла. На тебе сразу боль. Познай мой гнев! Убьем тебя вот так. Я и вот готов. Так вот сделаем. Хороший. Я сдаюсь. Вот так вот. Просто повезло на самом деле на карту. И он признал свое поражение. Хотя он мог еще и затащить, я так думаю. Ставь провокатора, разменяй ящера адвархом в лицо. Ну, в принципе, можно было бы и так сыграть. Давайте дальше смотреть, кто еще нам может попасться. Это погодите, можно я сейчас отменю поиск? Есть какие-то задания? У вас нет заданий. Ну, тогда будем просто играть, получать опыт.
открывать новые карты. Я смотрю, у меня появились монетки для того, чтобы на арену сходить. Но на арену идти и сливаться просто так и получать комплект эксперта. Ну, 5 карт новых, это всегда полезно. Боль пришла, повезло. Да, вот за счет нее мы и зарешали. Я должен защитить природу. Так, дополнительная карта. Это убираем, остальное оставляем. Ой, хорошая рука. Просто замечательная. Чей монетка дается? Ну, просто я не знаю. Первая аренка бесплатная. Да, я уже на первой арене отыграл. Я ее уже отыграл, я там насливался и ушел. И ушел. Это рано? Давайте с этого начнем, что ли. Так. Нанес он мне единичку демеджа. Нам надо карту брать. Давайте карту возьмем. Что нам пришло? Божественная кара. Отлично. Вожак лютых полков. Неудачно получилось. Так, теперь у нас 3 маны. Это у нас что? Каждое любое существо, знание здоровья. А, когда любое существо? Каждое. Что-то я все. Единичку потратим сюда. Пока, волчара. Эй. Есть. Бах. Ну, бах. Если ты так считаешь. Ну, я думаю, что плюс разменяется. Потом она... Ага, примерно прикидываю по пикам, что сможешь играть на ранних раундах и в какой последовательности. Монетку лучше всего использовать до 4-5 раунда, потом она слабеет. Так, он поставил Дастинга. Да, монетку-то надо бы уже потратить. Тут ты прав. Интересно. Интересно, действительно, интересно. 4 маны тратить. Так. Ну и все. Я драться не хочу с ним. Пусть он идет, гуляет. Вася. Мы должны очистить солнце. Он еще и бахает его. У меня тоже есть. Не надо. А, боль, точно. Ё-моё. Без вариантов. Уже поздно. Уже поздно. Что-то я это... Сглупил. Да, действительно. Надо было его сразу убивать этой болью. И не надо было ставить провокатора. Я сам провокатора еще и потерял. Так. Да-да-да. Ошибка с моей стороны. Ну что, еще одного провокатора ставить? Как-то не камильфо. Так, у нас есть 5 маны. 4-4, будет 6-6. Блин, монет... С этой монеткой надо как-то... Северные волки готовы к бою! Мне ему... Я разменяюсь, если только... Есть! Умру... Убьюсь ну, сам. Если ты так считаешь...
Да, что-то я вообще, блин, про это заклинание совсем забыл. Спешить не надо было самому. Отвечать провокатором на провокатором не всегда хорошо. Так, у него 2 хп, но он об меня биться не будет. Будет бить в лицо. Вот сейчас бы как раз вот сюда вот кару божественную. Как раз у него 2 хп остается. Ого! Воу-воу-воу! Офигеть! Вот это да! Интересное заклинание. А что это за карта такая? Эпическая. Ух ты, блин. Ух ты, ух ты. Четыре маны. Бафать его нет смысла. На одну маны тратиться. Есть смысл вообще на одну маны тратиться? Я даже не знаю. Она уже свое дело сделала, хотя давайте все-таки уберем ее. Так, ну и все. Еще и бафает. 6-4. Ну, кажись, я полной задницы. Сейчас еще один минус провокатор будет. Он не будет сейчас еще и... Угу. Звездопад. Все понятно. Бахнули. Так. Не знаешь, что играть, играй Йети. Это беспроигрышная карта. Надо подумать. Играть Йети — это беспроигрышная карта. Так. Ругаются тут, ругаются у нас. Значит, интересно. Как бы нам теперь тогда поступить? Так. Блин, вот теперь я вообще не знаю. Нам надо нанести ему как-то 4 урона, а мне этим... Мне даже и наносить нечем. Вот это борода. 5. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, даже очень... Наверное, даже и зря. Надо было достать Йети и бафнуть его. О, сразу. Дефенс. Жесткий. Блин, я вообще в полной заднице сейчас. Так, внутреннее зрение. Ой, что я сделал, я даже не знаю. Так нафейлил, наверное, жестко. Мы должны очистить солнечный колодец. Так, стоп, 1-1. Бля, а монетка осталась до сих пор. Может, ее просто тупо потратить? Бах. Ой, что-то я такую ересь вообще сейчас мучу тут. Ребят, вы не ругайте. За короля! Так, 6-2. У него еще там 5 маны, небось. Озарение, 2 маны. А, все понятно. Я, кажется, знаю, чем он будет убивать. Нет? А, вот так прям можно и убить. Ну, все понятно. Не
неплохо сыграно. Да какой там неплохо, отвратно вообще. Вообще забей, что это было? Это слив полнейший вообще. Просто взял и отдался. Поехали дальше. Так, ничего, сейчас грубашком, фаншот сделать. Но вот не повезло с этим грубашиком. Там у него это заклинание бестолковое. Так, давайте менять вот этих двух. Ну и, в принципе, нормальная такая рука. Только ставить-то нечего, по сути. Рассуждать перед ходом. Да, рассуждать перед ходом это нужно. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Дело сделано. Так, щит пришел нам. Приветствую тебя. Приветствую тебя. Так. Жизнеотвод сделал. И взял карту. Взял карту. Ну, если ты так считаешь. Сделаем тычку. Не будем щит пока трогать. Так, провокатор пришел, 3-3. У нас есть украденные мысли. Мы можем поставить вот этого, пробафать. 1-1. Надо подумать. Пробафать. Останется у него 1 хп, и тогда мы этим добьем. У него же, не знаю, есть хилки какие-нибудь там, еще что-нибудь, не знаю. Давайте, наверное, бафнем и разменяемся. Надо под... Мы должны очистить солнечный колодец. Ну, если ты так считаешь. Дело сделано. Ах ты ж, ёжик. Похищение жизни. Блин, фигово. О, слизняк. Привет. Нахиляться надо, наверное. Да на тебя совесть давит. Привет, Дасмайл. Доброй ночи тебе. Может быть и давит, может быть и нет. Блин, чего ты не добьешь? Ты 100% две карты поменял на одну. Так добить? Меня же уничтожили. Ой, ёпперсы ты. Провокатор. 3-6. Здравствуйте. Так. Это убился. Хотя надо было, наверное, кольцо за... Да нет, 5 маны тратить. Я вообще фиг его знает. Давай у него что-нибудь скопируем. Ну нафига мне вот такие сейчас? Надо еще карту брать. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Дело сделано. Так. И взяли еще. Хорошую карту взяли, в принципе. Но пользы от нее сейчас в данный момент никакой не будет. Нам надо как-то убивать... Вот этого ползуна, блин. Заряжен и готов к бою. Жизнеотвод. Нет, так, без света темновато. Так, пришел нам клерик.
там маскировка. В принципе, если его поставить, а потом что я с ним сделаю? Интересно. Этого нам сразу убьют. Сам провокатор полезет. Ё-моё. Как бы нам так сделать? Интересно. Наносит 2 урона. У меня есть большая пушка! Давайте вот так сделаем. И теперь ты его не убьешь руками. Вот так вот. И провокатора нам еще дали. Я этим займу. Ну нафига? Ну, блин, Вася, уйди. Уйди, уйди, плохая карта. Пойду наберу за жреца такую же колоду, как у тебя. Хорошо. Тебе нужно благословение? Так. Теперь надо как-то от лидера рейда еще избавляться, блин. А ему еще и пробафали. Что это за карта такая? В конце вашего хода другое ваше случайное существо получает плюс 1 к здоровью. Ни божественной кары, ничего нету вообще. Да что это такое, блин? Что за грязь? Ну если его апнуть. Так, это у нас останется 3 маны. Поставим его. Не знаю, может быть это и глупо. Это ранено. Но может быть получится что-нибудь там, я не знаю. Поглотить какой-нибудь их дэмэдж. Да иди ты в пень со своей порчи, ё-моё. Ой, блин, а. Ну вот. И он теперь разменится с ним не полезет, он просто сейчас что-нибудь там еще себе понаставит. Ё-моё, я забыл, что... Да, я тут, кажется, опять проиграю сейчас. Ё-моё. Ой, и опять случайно еще бафнул ее. Почему именно его, блин? Все против меня. Блин, фигово я поступил. Но надо его убивать. Это по-любому. Если я его хильну, он же все равно умрет. Но я возьму карту. Останется 6 маны. Так, щит появился. Поставим другого провокатора. Есть. Другого провокатора. На него. Щит, если повесить. Но его тут сразу сметут. Щит на него вешать. Нет смысла. Да блин, возьми карту, что за фигня. Ну его просто тут. Ну ладно, давайте. Давайте фигней. Фигню сделаем. Он сейчас просто этим тыкнет и все. Врата открыты. Да иди ты в пень, блин. Не будет он им тыкать. Или будет? Будет. Убивает. И вообще мне таких звездюлей тут дает. Ну что ты, ё-моё. Какие заклинания? Бей в лицо. У тебя есть 4 урона мне. Ну здравствуйте. О, еще и хильнул этого засранца. Ни провокаторов, ничего нет вообще. Хоть бери, я не знаю, 2 карты. Я тут дамага уже столько получаю, что
Ладно, давайте попытаем удачу. Нет, стоп. Два урона всем. Двух я убью. Вот так вот. Тебе, засранец. Эх, жалко, что ни дварфа никакого нет с рывком. Убили бы вот этого. Четыре маны. Я, правда, дамага все равно много пропускаю. И ничего не попадается мне. А, да, не повезло. За короля! Ну и все, просто вообще ва-банк, ё-моё. Раз, два, все с рывком у него. Раш колоду, что ли? Просто взял мышечкого. Я даже не успел его похвалить. Вот. Слово тьмы смерть. Вот это колода, вот эти карты. Остается еще немножко, там остается контроль разума, я так понимаю, и все. Уничтожать существо с атакой 5 или больше. То есть вот эти вот... Вот эта карта просто must have. Это по-любому. Давайте ее возьмем. Но вместо чего? С кольцом света имеет смысл взять тогда мага 2-2. Тогда на 9-м раунде можно 3 дамаджа... Ага, 3 дамаджа нанести. Давайте его возьмем. А он сколько маны стоит, этот маг? Этот, я так понимаю, ты про вот этого. Где он тут? Нет, этот 1-4. А, ты про Кобольда, я правильно тебя понял? Кобольд там 2 маны, по-моему, стоит. Вот этот вот. Надо что-то убирать, ё-моё. Гном-изобретатель. Этого надо оставлять. Так. Надо, наверное, что-нибудь такое убрать. Божественную кару. Так. А это у нас смерть. Надо убрать какие-то, наверное, за один. Возьмем вот эту. Одну. И возьмем вот этого приятеля. Это у нас что получается? Вот так вот. С атакой 3 или меньше. А может быть одно вот эту боль убрать и взять больше смерть? А если не попрет? А если у него там больше в начале мелких карт? Наверное, лучше оставим вот это все-таки. Смерть это уже такое, на крайняк. Если ты берешь Кобольда, то кара точно убирать не надо. Угу. Ну тогда надо что-то убрать. Ну да, да, я понимаю, что это заклинание, оно тоже влияет. То есть будет не 2, а 3 и так далее. Надо же что-то убрать тогда. Можно берсерка одного убрать тогда. Возьмем кару обратно. Так. Интересно так получается. Две боли, одну смерть. Ну так и оставим. Так, стоп, внутреннее зрение. Бла-бла-бла. Ага, все. Готово. Поехали дальше, у нас еще есть, в принципе, времечки немножко. Стой, гоу, ПВП. Поздно уже. Андуин! И... Гул'дан. Так, Гул'дан нам попался. Моя душа будет моей! Свет дарует мне победу.
хорошие карты, я оставлю их. У него 5 карт в руках. Давайте посмотрим, что у него там есть. Что мы можем забрать. О, лидер рейда, отлично. Я такой карте только рад буду. Зачем меня призвали? Демон бездны 1-3. Убиваем или карты достаем? Я думаю, что, наверное, лучше его убить. Нафиг он мне нужен. Чутье на демонов. Вы кладете в руку двух случайных демонов из вашей колоды. Ух ты, какая интересная. Интересная карта, она... А, обычная. Так, ну давайте тянуть. Тяните жребий. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. О, еще один инженер. Мы, наверное, девочку поставим. Лик плен. Наносит на ней урон выбранному существу. Если убьет, то берет карту. Вот так вот. Опа-на. Воу-воу-воу, товарищ. Что-то он так много всего понаделал, я так и не понял. А, наносит 3 героя вашему... 3 урона вашему герою. Ну ок, хорошо. Маскировка. Так, но этот демон так себе. Ага. Вот чем он полезен. Плюс 1 здоровье ему дало. Так, а здесь 4 урона и вы сбрасываете случайную карту. То есть он взял из руки и сбросил просто. То есть он потратил, можно сказать, полезную карту на какую-то фуфлянскую. Убить ты всегда успеешь. Он же тебе не мешал пока ничем, а так ты мог карты потаскать. Интересно. Убивай об него девочкой и подлечивай ее. Вот он девочку мне взял и убил. Так, давайте... Нет. 1-1. Там 2-4. Нет, надо, наверное, что-нибудь потолще вытащить. Хотя, наверное, зря. Потому что я мог вытащить... А, нет, мне шманы бы не хватило. Это еще у меня нет пяти маны. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Сейчас бафать еще будет. Интересно. Не стал бафать. А хотел. Значит, у него что-то есть такое. Наносит 2 урона выбранному существу. Ох ты ж... Воу-воу-воу, легче. Если выбран ваш демон, вместо этого он получает 2-2. Офигеть. А, интересный баф. Ну и чё мне теперь? Что мне теперь? Что мне теперь? Так. От него надо избавляться как-то. А как я от него избавляться-то буду? Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Слава боль. А у него урон-то 5. Ха. Лидера рейда ставить. Но он, скорее всего, в лицо будет бить. Давайте не будь. Давайте, наверное. Рейда поставим.
Не знаю, будет он в лицо бить, не будет. А как мне вот этого товарища убить? Он же не атакует ничего. Что? Портал призыва. Ваше существо стоит на 2 маны. Меньше, но не меньше 1. Да идите вы в пень, а? Ё-моё. Как я теперь буду убивать-то? 1-1, это будет 3-3. Это я не убью. Останется еще 3 маны. А может боль тогда заюзать? Уничтожить вот эту фигню. Этого бафнуть. Хотя его все равно убьют. Я хочу эту фигню убрать. Только у ей заклинание. Ну, понятное дело, что пока он не ударит. А ему ударять-то особо нечем. Так. Давайте карту возьмем, что ли. Фу ты, ё-моё, в лицо мог ударить. Забыл опять. Опять поспешил. Мог хотя бы ему по мордасам-то надавать. А теперь он просто возьмет меня и убьет. Стрела тьмы. Боже мой, что за заклинание у вас? Ребят, легче. Так, божественная кара пришла ко мне. Провокатор 6-5. Надо его бафать тогда будет. Открыты. Дело сделано. Все, теперь он убьется от него. Хотя если у него там есть еще что-то, хотя что там может быть, я просто не знаю. Не могу знать. Потому что я за Гул'дана даже и не играл. А там фиг его знает, что у него еще может быть в руках. Не, ну озвучка, конечно, на высоте, как всегда. Так, убился. Лик тлена юзает. А-а-а, все понятно, что он сделал. Какой он вообще потный, а? Неплохо сыграно. Какой он вообще потный, блин. Благодарю. Поставить клирика. У нас останется 7 надо маны. Подумать. Ну, давайте, наверное. Это ранее? Поставим клирика. Северные волки готовы к бою. Дело сделано. Вот так вот сделаем. Блин, такие карты, которые я даже вообще не знаю. Ты столько. Ой, иди ты в задницу, ё-моё, опять. Ну что, начнем? Все, я понял, что у него за колода, в принципе. О, ё-моё, у него теперь 6. Так, бафаем 1-1, это будет 6-6. А это чем убивать будем? Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Мы должны очистить солнечный колодец. За Орду! Вот это ж тоже надо убивать. А этих тоже нельзя оставлять. Ой, блин, он мне вилку какую поставил-то. За Орду! Вот он мне вилку поставил, подлец. 2 урона. Мы должны очистить солнечный колодец. Есть. Можно решать быстрее. Я не могу выбрать целью замаскированное существо. Зараза. Ну все очень плохо. А может быть и нет, фиг его знает. У меня этот 6-2. Чувствую вкус маны. Что?
Блин, у него редких карт полно. Воу, да иди ты нафиг, ё-моё. Ну легче будьте, ну пожалуйста, я только начал играть. Зачем вы со мной так жестоко-то? Обращайтесь. Офигеть. Значит, у него была пламя тьмы. Уничтожает ваше существо и наносит урон, равный его атаке. А, вот оно как. Ух ты ж, ё. Ну это вообще попадос. Надо подумать. Ой, надо подумать. А чё думать-то тут? Ставить тролля? Ну, этого берсерка. Я из него не провокатор, ничего сделать не могу. У него не рывка, блин. Да и все. Кто еще в заднице? Сколько карт? У него 9 осталось, у меня 12 еще. Ну не, затерпеть можем. Тут мы затерпим это по-любому. Я готов, а я не готов. Вот и все. Я готов, а я не готов. Блин, он постоянно его хиляет. Повышает у них хп, ё-моё. 7. 7 надо, наверное, тратить. Ставим его. Перед мощью Штормграда! Хиляемся. Убиваем вот эту. Получаем себе еще урончик. Нет, мне не нравится. Вот твоя изобретательность мне не нравится. Я орудие богини. Ага. Прикольно. Жрица и луны. Гул'дану, на тебе хп, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж так? Что же нам делать-то? Но если этого поставим, у нас будет 6-6. А что придет? А если он сейчас порчу еще наложит на него? А у нас 5 урона. Он сейчас будет убивать. Ой, иди в пень, а. Вот это зараза. Ой, какая карта хорошая пришла, а у меня не... Северные волки готовы к бою. Блин. Сейчас надо, наверное, использовать. Так. Это 5 урона наносит аж. Офигеть. Аж 5 урона. Здесь я пропущу 4. Накачу я. Надо в лицо. Так, если будем размениваться, я проиграю. О, боже, и еще один с маскировкой. Да ё-моё. У меня на руках 12 дэмэджа. Вот этот подхиливает. Надо драться. Теперь надо правильно подраться. Это существо сможет атаковать мой следующий ход. Следующий ход. Да уберись, табличка. Так. И будет у нас 6-1 он. А так он будет 6-2. Кого потерять ценнее? Эти две карты надо по-любому сносить. Вот этого буду убрать вообще. Пять. Ну, собственно, все. Да я не затерплю. Зачем? Ну вот. Как ему прохнуло-то, а? Как ему прокнуло.
О, у тебя неприятности. О, у меня действительно неприятности. Угу. Баф спадает. Там. Идите вы нафиг, ё-моё. Делаем хил. Так. Надо подумать. Здесь у нас останется 4-4. Этого, если мы убиваем, будет 5-1. Лучше, наверное, с ней разменяться. Вот так делаем. А может в лицо? Давайте в лицо. У меня скоро кончатся карты. Осталась одна карта. У меня еще 8. Дай. Ой. Кажись, мне не фартануло. Ну бей, бей. Одиннадцать на 9. Ху-ху-ху, какая карта. Блин. А у него нет карт. Так. Мы хиляемся. Удваивает здоровье выбранного юнита. Я ее оставлю. Я ему просто в лицо дам. У меня кончились карты. Все, у тебя кончились. Он будет получать урон каждый раз, когда будет пытаться взять карту. Все, он самоубийца. Победа, ребята! Ха, я справился. Обалдеть. Вот это была такая неплохая катка. Неплохо, неплохо у нас тут повозили. Ну что? Отлично, ты выиграл. Да, мне реально повезло на самом деле, что у него карты закончились. Но у него колода такая была, что все чисто на заклинаниях. Там какой-то... Я немножко не понял. Блин, жалко, что повтор. Гос играем, я жрецом. Поехали. Просматривает коллекцию. Так, ну я даже не знаю. Стандартный. Не, надо тренироваться. Надо бы какую-нибудь еще колоду составить, но поиграть нужно за всех все равно. По большей части. Андуин! А потом уже сделать выбор. Андуин! В сторону чего-либо. Свет дарует мне победу. Свет опалит тебя! Свет опалит тебя и тебя. Поменялись не лучшим образом. Приветствую тебя. Приветствую тебя. Так. Ну, мне нечего ходить, так что я просто... Кто-то ранен? Похожу просто. Пропущу ход. А у него клирик. Убивать этого клирика болью. Убивать клирика болью. Или не убивать. Надо подумать. Не буду показывать пока что. Так, юзает мы монетку. Должны пафает. Ну нормально, ему так рука пришла. 2-1. 2-1.
блин, я фиг его знает. Карту ставить тоже вроде бы и надо, но и ставить-то нечего, убивать с атакой 3 не меньше. Да зря. Неудачно получилось. Сейчас он похиляется, да, еще и карту возьмет. Так, мысли. Мышли. Забираем. Ну и все. Нам дали берсерка и крокодайла. Передай мне тангенциальный вращатель. Блин, у нас 5 маны, а мы ничего даже сделать-то не можем. Разыграть-то как следует. Передай мне тангенциальный вращатель. 2 маны стоит. Щит. Ну и что нам этот щит даст? Ничего не даст. Главное не забывать, что он может использовать те же заклинания, что и я. Все-таки тоже жрец. Не попасться. Скорее всего, у него в руке должен быть провокатор какой-нибудь. Киляется и берет карту. Ну так он будет, блин. Ой, как-то карта ему еще и пришла. Неплохо сыграно. Благодарю тебя. Так. А что у меня? Мы можем. Надеюсь, вот так. Моя изобретательность. Божественная кара наносит 2 урона. Блин. И убить-то не могу. 4 маны еще осталось. Можем украсть мысли, можем нанести 2 урона. Еще кара пришла. Неудачно получилось. Так. И провокатора взяли. Прими мои извинения. Один выстрел, один. Угу. И убивает. Сейчас еще подхиляется. Блин, вот это жестко, конечно. Мы должны интересно очистить солнечный колодец. Так, у нас 7 маны. Свет опалит тебя! Неудачно получилось. Зря потратил на кабана карту. Привет! О, я не знаю даже, то ли типа ты так сделал, что у тебя смайлик, типа вроде открытого рта, или просто о. Так. Может быть, я и неправильно поступил. 5 урона я здесь не поглощать. Мне останется сейчас, если я поставлю еще одна мана. Если сейчас останется здесь 3. И ничего я не сделаю, короче. Ну, давайте поставим. Так, вот он наносит мне этой же карой, убивает в легкую, хиляет. Передай мне тангенциальный вращатель. Так, еще и карту вытянул.
О, у меня у самого клирик появился. Как здорово. Просто буква О. Я тебя понял, О. Будешь ты у нас О. Блин, даже немножко смешно как-то. Не в обиду тебе, конечно. Так. Это останется 7. Останется 5. Северные волки готовы к бою. Дело сделано. Ну это так себе на самом деле. Походил. Интересно. Ой, что же у него может быть? Сколько у него в руке карт? 9. Блин, 9 карт. Он может меня... У него есть слово смерть, он может спокойно заюзать, если у него есть. Боль, по-моему, у него есть еще одна. У него, по идее, кольцо еще должно быть. Хотя, если он сначала просто разменивается картами. Так, сейчас еще... Вот, кольцо света. Вот и слово смерть использует. Заряженный готов к бою. А, нет, слово смерть у меня появилось. А почему оно у меня появилось? А, килл произошел. Тебе надо левел набивать, чтобы карту получать. Да, о, я знаю, что нужно набивать левел, получать карты, потому что я только начал, у меня вообще ничего нету, и, естественно, надо больше играть. А если больше играешь, больше получаешь. Так, уничтожает существо с атакой 5 или более. Надо подумать. Надо подумать. Слово смерти забыл взять. Ну, а, вот, ну чё. Так. Интересно. Этого нам ставить нет смысла. У нас нет заклинаний. Поставим. Возьмем карту. Тангенциальный вращатель. Появился клирик. От клирика сейчас пользы нету. Или есть. Но много кого наставлять сейчас тоже нельзя. Или можно, или надо, надо либо выбрасывать сейчас все, и пусть он надо сам подумать. Решает, что делать. Просто это надо оставлять по-любому. Не трогай свечу! Это ранен? Так, это оставляем у себя в кармане. И хил юзаем. И хилку юзаем. Боль. Убивает сразу ее. Фокус Файер такой жесткий, конечно. Так, и это убивает сразу. Он думает, что у меня типа еще один босс лежит. Поэтому он разменивается. Блин, у него карт сейчас так много. Вообще пипец. Если можно, то и я бы сыграл против тебя. Надеюсь, да, пожалуйста. Тебе нравится моя изобретательность. Пожалуйста, я не против поиграть. Вот я тебе в чатик Battle Tag отправил. Так, я очень много наполучал люлей. Надо что-то делать. 2, 5, 6, 8, 9, 10. То есть еще один. Но у него карты могут быть. А что если у него там что-нибудь? Ну я тут проиграю. Прими мои извинения. Так. Свет опалит тебя! Свет меня опалил. Ой, все, вообще забей. Все, просто... У него так много карт, что... Мне, может быть, не повезло, я не знаю.
Поражение. Поражение. Так. Оп. Ну что, о, если ты будешь сейчас играть, хочешь со мной поиграть, то... Ага, все, вижу. Принимаю. Давай, только у меня... Так. Поехали. Андуин! И Утер. Ой-ой-ой. Я буду сражаться с честью. Свет там же какой-нибудь... мне победу. О, классная рука. Я оставлю, пожалуй. Так, а наш оппонент думает. Так, нам монетка пришла. И, по-моему, первый ход не у нас, а у него. Да, если монетка, значит у нас... Мы курим бамбук. Поставил он секретку. Так, вот здесь слизняка уже особо тратить не надо, потому что он может использовать оружие. Это так Аня? Что открываться будем через клирика. Жду приказаний. Пришел нам щитоносец. Давайте посмотрим, что у него там. Опа-на. А это мы сколько забрали? Две карты. То есть, а, нам пришел слизняк и пришел заступник авангарда. Есть. Так, что там будет? Дело сделано. Бах. Вот так вот. Сейчас убьет. По-любому должен чем-нибудь. Да. Интересная карта. Обычная провокация исступления. Так. У нас пришел инженер-новичок. У нас есть клирик. Нам надо избавляться от этого провокатора 2-3. А это что дает? Ваше выбранное существо получает способность боевой щит. Хм, интересно. Интересно. Блин, почему не ударился пехотинца и не подлечился? Он фиг его знает. Хотя... Кто-то ранен? Надо было, наверное. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Дело сделано. Вот видишь, вот сначала играй, потом воруй, если осталось мана. А, понял. Так, нам пришел герой Штормграда. Больше ничего мы не сделаем. Блин, надо просто... Я просто немножко тугой. На это вот все, чтобы вот понять. Блин, надо просто посидеть, вот прям просто играть, играть, спотыкаться, спотыкаться, пока, не... пока вот не побьется в голову, блин, что вот надо вот так вот делать. И не надо вот так. Никогда не делать так. Не знаю, мне хоть... Список вот тут прям вешай на дверце у себя на компьютерном столе, что как поступать в тех или иных ситуациях и туда прям смотреть сразу. Так, интересно. Нам тут, смотрю, пробафали очень жестко его, и у него 8 дамага, его надо как-то убивать. У нас есть, а мы можем, блин, а что мы можем-то?
Этот божественный щит. Ё-моё, я не знаю даже, как бы нам разыграться. Щит повесить. Провокатора поставить, это сразу слив. Но менять провокатора на провокатора не будет, скорее всего. У него, скорее всего, есть интересно. Что-то там. Блин, я не знаю, ребят. И от этого все равно надо как-то убивать. Лол, ну паладин хорош, с гулями он колоду собрал, ты бы еще смертокрыло выложил. Ну, если ты так считаешь. Так. Блин, я фиг знает. Ну давайте позовем его. Я на страже. Фигню, конечно, сделал. Откровенно говоря. У меня есть большая пушка. Ой, там еще. Так, провокатор появляется. Сначала убиваем его. Так. 6 урона у него. Так, сержант появился. Но он сказал, что, типа, потом поставит колоду послабее. Меньше особых карт, как он сказал. Так. Ой, боль. Круто. Провокатора можем убить. Так. Офигеть. Каждый раз, когда умирает существо, плотоядный вардалак получает плюс один к атаке. Мы можем пробафать слизняка и убить эту заразу. Или можем просто разменяться. Можем просто разменяться. Удваивать здоровье выбранного существа. Хм, это было бы, наверное, прикольно. Еще урон ему поднять. И будет у него плюс 5 до конца хода. Так, ты фигню вначале сделал с воростом карт. Тебе надо контроль надо за полем подумать. Устанавливать. А все это воросто опционально. И не играй бафы в конце своего хода. Играй в начале, чтобы изменить ситуацию на столе. Так. Иди сюда и сражайся, трус! Может быть, я, конечно, и фигню делаю. Но так мы хотя бы его, не знаю, удержим, что ли. Ух ты, легендарная карта. В конце вашего хода вы призываете на поле гноля с... Ой, 2-2 со способностью провокации. Прикольно. Так. Познай мой гнев! Познай мой гнев. На, тебе. Надо ставить вот этого. Трепещи перед мощью Стормграда! И его убивать. Может быть, я, конечно, и хрень сделал, но... Да ё-моё, ещё один! Офигеть! Так, ударился он. Об мои карты. Так, так, так. Божественный щит, провокация, предсмертный хрип. Ё-моё. Ё-моё, а как мне его? Чем точнее? Так. У нас 8 маны. Хорошо надо сыграл. Подумать. Спасибо. Спасибо. Так. А вот теперь вот надо подумать. У него 6-6, блин. Надо и... Размениваться провокатором.
или не надо? Вот это же мне не все равно ничего не сделать. Ноль. Убиваем так его. Ну, наверное... Нет, стоп. Снимаю щит. Так, срабатывает, когда... Так, а что? Вы берете в руки испепелитель 5-3. 5-3 испепелитель, да? Вот так вот, по-любому. По-любому так. Поставим. Похиляем. Похиляем его. 6 хп, это все-таки тоже дело пока что еще. Что приказали? Ну, это нам не страшно. 1-1, что это такое? Хиляется. Ой, какая хорошая карта пришла. А может быть мы поставим слизняка? Провокатора ставить не будем. Поставим слизняка. Уничтожаем его оружие. Ставим вот этого товарища. Так. Колода с легендарками против недобазы за жреца. Даже без контроля разума. Вот этого мы так стукнем. Набьем себе урон. Это существо сможет атаковать мой следующий ход. Так. Похилять его или нет? Давайте, наверное, его хильнем. Сейчас будет читерская карта, сори. Ух ты! Офигеть! Просто одной карты все стер. Так, но у меня есть смерть. Так что прощай, Смертотрон. Блин, обидно, конечно, что потерял все карты. Но у меня смерть появилась, это хорошо. Интересная катка. Хоть, конечно, и сложно. Но возможно. Жду приказания. Так. Это у нас он бафает... А, ну бафает не до конца. Ну о чем я и говорил. Так. Бафнем будет у него 4-6. Стример, ты просто молодчина. И это не я молодчина, это просто получилось так, что выпала эта карта. И поэтому мне, можно сказать, сильно повезло. Мы должны очистить солнечный колодец. Так. Бафаем. Бьем. Хиляем. Сейчас еще и выиграешь легендарную колоду. Ха-ха. Ну, я бы не был бы настолько уверен. Что там еще может быть, не знаю. Угу. Серебряный клинок достался. Ух ты. И еще юзает. Жду приказания. А у меня этих как раз слизняков-то и нету. Провокатор, он моего убивает. Так, у нас гноль появился. Гном, простите, гноль, что-то я это все. Кольцо света. Похиляемся. Наступление. Его бить. Блин, я не знаю, есть смысл его бить или нет. Да, есть, наверное, всегда смысл бить в лицо. Провокаторов нету. А он какую-нибудь карту все равно у меня заберет. Скорее всего, как раз таки 3-2 он заберет. Ах ты. Даже вот так вот. А что это за карта вообще? Обычная какая-то. Стандартная, я так понимаю. Так. Берем карту. Надеюсь, тебе нравится моя
что нам приходит? Внутреннее зрение. А у него в руке ничего нет, так что тратить нет смысла. Я не знаю, есть ли смысл юзать кольцо света сейчас, в данной ситуации. У него всего лишь две карты, они особо безобидны. В руке у него ничего нет. Давайте, наверное, потерпим. Не будем спешить. Просто если он что-нибудь поставит... Жду приказания. Вызывает. Против паладина лучше ничего не оставлять на столе. Божественная кара пришла. Блин, я не знаю, смотреть что у него там или нет. Давайте посмотрим. Так, боевой клич накладывает эффект немоты на выбранное существо. Тратим кольцо. Делаем хил. Караем его? Да покараем его. Хотя я зря это делаю. Скорее всего, я вот это я зря сделал последнее движение. Молот гнева. Вот. А можно ли на героя этот эффект немоты? Нет, только на существо. Священник. Так. Наложить немоту. Нельзя применить к этой цели. Хм. Нет, оставь. Ну вот, да. Мы должны очистить солнечный. Зря я меня потратил. Вот видишь, был молодцом и сразу фейспалм получаю. Да. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Когда ваше другое существо умирает, вы берете карту. Ох ты. Да ё-моё. И опять минус все карты. Что приказание? Блин, и как мне теперь его убивать? Ой, провокация пришла. Здравствуйте. Чего у него там по картам осталось? 7, у меня 6. В руке у него 3, то есть у него сейчас 10 карт. А у меня просто 6. Фиговая ситуация-то нынче. Следуй правилам. Ой, вообще забей. Вообще забей, вот как... Так, ой-ой-ой, что это? Так, провокация пришла очередная. Он больше ничего не сделает. Врата открыты. Блин, провокации в самом конце так идут, идут и идут. Но он не его может спокойно убить. Он, наверное, потратит вот этого. Врата открыты. А, все, у него самого это же провокация. Еще и бафает. И бафает. Эффект немоты. Все. То есть я теперь не провокатор, нифига. Еще и баф как-то срабатывает. Странно. Что приказать? Хм, странная какая-то. Боль. С атакой 3 или меньше. Блин. Прощай. Прощай. Нам будет тебя не хватать. Я не могу вот эту заразу убить, ё-моё. Если я еще кого-то убью, то у него еще карта появится. Не буду убивать. Хотя это чревато все равно последствиями. У него сейчас на руках 6, 12 дэмэджа. У меня 16 хп. По-любому у него там в руках еще что-то есть. Он может по-любому это заюзать и все. Спасибо. И мои извинения. Вот и все. Блин, все, проиграл. Но держался молодцом, я считаю. Ну.
отчасти мне реально повезло. О, 10 уровень. Контроль разума появился. Ура, ура, ура. Все открыли. Все стандартные карты. Точнее, не стандартные, а базовые, какие могут быть у него. Еще раз, только другой колодой. Ну давайте еще раз. В таком случае лучше убивать, чтобы карты закончились и жизни начали уменьшаться. Я, наверное, сыграю еще одну игру. Мы с вами вместе посмотрим, что у нас там по картам. Составим колоду. И я думаю, что на этом мы, наверное, закончим. Так, рука, в принципе, изначальная. Ну, нормальная такая. Хотя божественный дух можно было бы убрать и какую-нибудь другую карту взять. Да и смерть, в принципе, тоже не так и нужен-то начальнику. Так что я, наверное, поспешил с рукой. Так, Перн Гул'дан. Блин, ё-моё, Гул'дан. Зачем меня призвали? Ну так как у нас все равно. Нет, у него не бывает оружия никогда, так что эту карту можно использовать. Ага, рывок. Вот так вот. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Так, появляется... Не то, что я бы хотел, но тоже полезное будет. Блин, а было интересно драться с той колодой. Но, опять же, все-таки в том моменте меня фартануло. Можно одновременно. Так, опять глава культа. Второй Даздинго приходит к нам. Надо убивать вот этого. С атакой 5 или более. Блин. Когда что умирает, выбирайте карту. Интересно. Ох-ох-ох-ох-ох. Ставить провокатора надо бы. Да, наверное, стоит. А если у него там какое-то заклинание есть, которое его... Что-нибудь вроде порчи или немоты, я не знаю. Я честно не знаю, чего от него ожидать вообще. Рывок. Иди баф сюда, еще какой. Ах ты, какой молодец. Неплохо сыграно. Так, к нам пришел клирик. Пришел клирик. Пришел клирик. Так, так, так. Можем поставить ее, опять поставить провокатора, и что нам это даст? А даст нам, по сути, ничего. Хотя, как сказать, вот от этого избавляться как-то надо. А эти товарищи достаточно плотненькие. Надо вот от этого избавляться, от головы культа. Это неприятная карта, даже вот эти две, блин, не сравнятся. Ну, провокатор, само собой, неприятен он везде. Ну, здравствуйте. Вот тебя-то мне не хватало. Стрела тьмы. Так. Просто взял и добил. Положи это яблоко себе на голову. Так. Дайте прочитать. Каждый раз, когда вы призываете существо,
наносит одну единицу урона случайному противнику. А, случайному персонажу противника. Ух ты, блин. Какая веселая. И что, опять провокатор оставить? Не поставлю провокатора, буду получать люлей. А вот этого надо убивать, а у меня нету кары божественной. Если бы была бы, я бы геоманта бы поставил бы тогда. Надо провокатора ставить. Я не могу это сделать. Волчья тропа ждет. Так, опять. Этот волчья тропа, блин. Еще вытягивает жизнь. Блин, какой он молодец. А мне ему противопоставить даже нечем. Ставить еще одного провокатора. Блин, провокаторы идут просто вот, я не знаю. Вот, когда их не надо, когда они, блин, нужны, их не дождешься. Как-то надо от этой гадюки избавляться, а как? Нечем мне ведь убивать. На это не заюзаешь. Нету этого. Боли. Боли нету. Ё-моё. Интересно. 6-5. Он мне тут... Ну, я не знаю, будет он отдаваться или нет. Ну, ладно. Врата открыты. Давайте ставить. Не знаю, к чему это приведет. Просто нет у меня существ, которые я могу реализовать. Да иди ты в пень, блин. Что за заклятие у вас? Офигеть. И все, я просто вообще... Неудачно получилось. Никак я его вообще. Передай мне тангенциальный вращатель. Ну, блин. Не трогай свечу! Ты сильнее меня. Ну тут понятное дело, что я проиграл. У меня ПП там не оставалось, провокаторов нету. И он сильнее меня. У него карты очень сильные. Колода у него жесткая. Достаточно. Ой, ну я даже не знаю. Ну что ж, давайте, наверное, подведем небольшие итоги, что ли. Посмотрим, что тут у нас есть. Так, наша колода. У нас есть одна новая карта. Это как раз таки контроль разума. Но вместо чего ее нам ставить? Вместо внутреннего зрения? Стукнись в скайпе. Поболтаем потом. Так, сейчас я... Погоди. Эй, выделяйся. Да что ж такое-то? Так, сейчас я тогда добавлю поиск. Так, я тебе отправил заявочку, там примешь. Ага, хорошо, я тебя понял. Так, ну что, будем мы еще что-то изменять в этой колоде или нет? В принципе, эта колода достаточно неплохая. Ну, для начала, я так считаю. Я, как по мне кажется, для жреца это вполне нормальная такая. Но надо, наверное, я не знаю. Так, вождей слишком много. То есть ты думаешь, что вот этого одного надо убрать.
Берсерк у меня один. Кольцо света можем тогда еще одно взять вместо этого. Или нет? Нужны какие-то, наверное, АОЕ заклинания, я так думаю. Мысли у меня и так одни. Или не одни? Да, мысли одни. Больше не могу. Но из этого, я думаю, брать нет. Нет смысла. Может быть, кольцо света взять? Нормальная колода. Для нерейтинговых игр квестов самое оно. Давайте, наверное, одно еще. Кольцо света так возьму. Ну и в принципе так. Ну я тоже считаю, что колода в принципе нормально. Оставить вождя. Так один вождь будет. Ребят, вы уж определитесь. Только, пожалуйста, не ругайтесь. Я не хочу провоцировать. Убрать дварфа с пушкой? А у меня его не было ведь. Сейчас, погодите, я повнимательнее посмотрю. У меня нету дварфа. Это я тогда украл. В той игре я тогда как раз таки украл мыслями. И он мне достался. Я тогда его и заюзал. Так кольцо света лучше одно пусть будет или два все-таки? А, ну один будет и два кольца света. Я думаю, что АОЕ всегда будут полезны. Полезнее даже это одного вождя. Так что вождь-то пусть один будет, естественно. Потому что мелких карт полно, есть что на стол поставить. И все, думаю, так и оставим. Думаю, мы, наверное, так оставим. Ну что ж, ребята, я очень признателен всем вам, что вы смотрели. Всем огромное спасибо. Сейчас, одну секундочку. Вот. Мне было приятно с вами поиграть. Немножко вы мне хоть разъяснили, что и как. В принципе, я кое-какие аспекты для себя я усвоил. Даже несмотря на то, что я играл с человеком, у которого легендарная карта, все равно игра вышла достаточно интересной. Вот. Что я могу сказать по поводу трансляции? Трансляции, может быть, будут... Но завтра, на выходных, они будут 100%. Но в какое время, я сказать не могу. Так что там... Следите за анонсами, ну, подписывайтесь, естественно, на канал, кто там смотрит на Good Game, на СКЗ ТВ, добавляйте в избранные, оставляйте комментарии, оценивайте стрим. Мне было очень приятно с вами посидеть, поизучать данную игру, буду играть в нее дальше. На моих стримах, может быть, вы еще увидите не только Hearthstone, я еще планирую, ну, благо мой компьютер деревянный позволяет сделать, потранслировать какие-нибудь олдскул игры там... а-ля Dendy, Sega и даже PlayStation 1. Скорее всего, по PlayStation 1 у меня есть некоторые задумки. Может быть, как-нибудь поиграем. Вот. Ну, а сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч и всем спокойной ночи. Не болейте.